Моя кеса, я теперь лысый, моя кеса, я теперь лысый, моя кеса, я теперь лысый. Сейчас, когда у меня волосы вот в таком виде, что некоторые прям когда трогают, им очень приятно, и мне приятно. Представляете, тебе и мне приятно туда-сюда обратно, как говорили у нас в детском саду. Ну, пушок, да, такой вот, он уже отрастает потихонечку, потому что традиционная стрижка случилась. Раньше я стригся на лысо по весне. Мои постоянные подписчики, один из них даже придумал такую пословицу-поговорку: перец подстригся, пора редис сажать. Я делаю это на самом деле на протяжении уже больше практически 30 лет. Первый раз я подстригся на лысо еще, когда мне и до 20 было. Там туда ли мы пошли-то на самом деле? С моей первой любовью, да, это было дело. Она проснулась ночью, она была такая нервная и столкнула меня с дивана, потому что она решила, что зэк какой-то с ней лежит. Я был с такой, не то чтобы шевелюрой, но с волосами на голове. И, ну, поскольку генерация зрителей меняется, не все оказываются в курсе, что я действительно так поступаю каждый раз. Раньше я это делал, ну, просто так. Да, потом я решил, ну, а что я просто так это делаю? Начал перед стрижкой на лысо там всякие штуки с собой творить, там всякие там ирокезы и прочее. Ну, и вот последние буквально 2-3 года что-то стало понятно, что людям, не всем, но большинству людей это как бы нравится, да, и поэтому я вот теперь немножко подзадержался, стригусь уже где-то в августе, потому что в сентябре мы ходим в Крым в поход по горам, и там нужно все-таки, чтобы ты чуть-чуть оброс, ну, так комфортнее. Так вот, самые распространенные вопросы, которые мне постоянно задают, и я, честно говоря, устал на них отвечать, поэтому отвечу, я так часто делаю, записываю какое-то видео, и когда мне потом опять какой-то вопрос задают стандартный, я просто кидаю ссылку на это видео, потому что типа здесь все сказано и рассказано. Значит, когда у меня вот волосы начинают отрастать, они, ну, к весне ближе, становятся такими, ну, достаточно мягкими, шелковистыми. И вот кто меня опять-таки так за волосы не трогает, спрашивает, чем я их мою. Я мою их тем, от чего у любых девушек, конечно, случится инфаркт, на самом деле, потому что, ну, вот, что есть под рукой, тем я их и мою. В этом, собственно, прелесть стрижки на лысо, потому что иногда, я даже делал такой видос для сторис в Инстаграме, и там, конечно, была самая настоящая истерика. Ну, вы знаете, вот, когда вы приходите в какой-то тренажерный зал, там в душе или еще где-то там висит вот эта штука, ну, как в любых торгово-развлекательных центрах, в туалетах и прочее, с мылом. Это мыло, ну, наверное, не очень хорошего качества, и уж ни одна здравомыслящая девушка не станет этим мылом мыть себе голову. А у молодых людей, у них такая есть тенденция, что, в принципе, одной какой-то субстанции можно помыть себя вот весь. И сделать это достаточно быстро, в отличие от этой полуторачасовой процедуры, которая иногда происходит в душе, когда там оказывается представительница женского пола. И я вот прямо снял, что я говорю, вот смотрите, вот забыл мыло, и так это, да? И на себя, и пошел мыться. И там, конечно, была реакция совершенно феерическая на этот счет. Но в этом первый плюс ежегодной стрижки на лысо, что я не косметолог и не врач, но вот опытным путем выяснил, что если каждый год их сбривать, то можно мыть их чем угодно, не расчесывать никогда. У меня отсутствует такой элемент гардероба или там личной гигиены, как правильно назвать, как расческа. Ну, в принципе, нет, я их никогда не расчесываю. И тем не менее, они все равно вот остаются в каком-то должном виде. Другой вопрос, что мне и на этот должный вид особенно плевать, потому что, ну, как-то я не парюсь по поводу вот этого всего, поскольку знаю, что сейчас пройдет лето. Да. И поэтому, соответственно, вот когда меня спрашивают, а не вредно ли для волос вот постоянно там покраска,
вот эти мои цветные штуки, там всякие разные, да. Да. Ну, во-первых, я крашу специальной краской для волос и для тела, которая обычно хорошо смывается, но бывают такие ее виды, что надо постараться. Ну и самое главное, я знаю, что это все равно временно, что пройдет там 1-2, ну максимум 3 месяца, и я это все равно нафиг сбрею. Поэтому для меня нет, не вредно. Есть определенная регенерация этого всего. И второй момент, не менее важный в этой связи, он заключается в том, что... Тут ремонт идет, извиняюсь. Он заключается в том, что когда ты бреешься на лысо, у тебя происходит еще регенерация не только вот физическая, но еще и психологическая. То есть как-то ты автоматически как-то расправляешь плечи, да, у тебя меняется немножко взгляд. И раньше, когда я особенно часто пользовался метрополитеном, сейчас я им не пользуюсь не потому, что типа стал олигархом, просто у меня как бы получается, что я живу между центром и Сестрорецком, и ну, единственный более-менее приемлемый способ передвижения – это автомобиль. Метро в Сестрорецк не провели еще, и слава богу. И вот ты заходишь в вагон, и как-то люди вот вокруг тебя, ну, я реально, я сначала думал, что мне это кажется, да, но нет, действительно, люди вокруг себя начинают как-то вот так вот немножко там выстраиваться и прочее. То есть ты меняешь свою сущность таким образом из-за того, что в народной молве называется, а что ты лох потлатый такой, что ты вылупился, а что, волосатик, что ты. Вот ты из этого превращаешься в человека, которому тебе уже не скажут, что ты лох потлатый, потому что к такому к тебе, ну, как-то не докапываются. Ну, в принципе, сейчас, как бы, по крайней мере, в крупных городах уже мало до тебя докапываются в любом случае. Но вот в годы моей молодости это происходило постоянно. Тем более, все время обидно, я это постоянно рассказываю на экскурсии, что когда ты еще не обрел какого-то опыта, ни жизненного, ни там другого, да, потому что ты... Ой, кстати, вот смотри, вот эту петлю я никогда не замечал. Я тут миллион раз ходил. Да, вот смотрите, даже здесь когда-то были конюшные сараи. Вот так вот век ходишь, вроде как все видишь, а нифига. То есть по молодости, когда ты действительно лох полатый, да, ты так немножечко стремаешься. Когда ты там позанимался там 10 лет всякими восточными единоборствами и прочим, и ходишь по улице, особенно там по ночной Петроградке, не самый такой, скажу, теплый райончик в плане межличностных транзакций, да, хоть бы одна сука до тебя докопалась. Нет, вот они как бы чувствуют. Поэтому это еще полезно еще и вот с психологической точки зрения. В этой связи не то, чтобы я прям настоятельно рекомендую вам этим заниматься, да, хотя очень часто, когда люди стригутся на лысо, они присылают мне, соответственно, фотографию и еще очень часто подвешивают саундтрек под названием «Моя киса, я теперь лысый». Да, туда еще сходим, не будем ходить на улицу. Действительно, у меня много лет назад был снят высокобюджетный и высокохудожественный клип на моей уже теперь бывшей даче. Ну да, эти-то петли я всегда показываю, а там вот нет. И если не слышали, прикреплю там внизу ссылочку, можете послушать. Но я всегда еще агитирую девушек, потому что, ну, волосы для девушек – это, конечно, больная тема, да. Соответственно, не каждая на это способна, естественно, особенно когда у вас длинные волосы, но это вот действительно полезно. Хотя, опять-таки, если среди вас есть профессиональные там косметологи, дерматологи и прочие ологи, возможно, вы напишите, что я ошибаюсь. Я не в курсе, я этот вопрос не изучал. Я рассказываю лишь про свой личный опыт. Поэтому, в общем, с какой стороны не посмотришь, стрижка на лысо раз в год – это очень круто, да? Ну и плюс, это достаточно экономно. То есть ты не тратишься, для меня поход в парикмахерскую – это все время, ну, как очень странный элемент бытия. Вот когда мы в этом году ставили первый мой ракез, я ставил его на Васильевском острове, я об этом уже рассказывал,
там должен был в салон прийти, а там мне его не поставили. И я вышел, я хрен нашел вообще человека, который бы мне это сделал, потому что, во-первых, все парикмахерские были забиты, все. Нет свободных мест, то есть для меня это большое удивление. Люди стригутся. То есть они приходят, что-то делают со своей головой, там что-то как-то модненько, там, знаете. У меня вот все очень просто. У меня три состояния моей башки. Лысый, с отросшими волосами и вот с какой-нибудь херней на голове. Все. Другого нет. И мне от этого тоже очень комфортно. У меня был потрясающий случай, когда я очередной раз пришел стричься, на лысо. А это всегда так раньше происходило. Я прихожу и говорю, мне на лысо, пожалуйста. И парикмахер всегда, да вы что? Давайте мы вам лучше что-нибудь там модельненькое. Я говорю, не надо. Я говорю, вот мне, пожалуйста, возьмите вот этот предмет и это, сбрейте его. Ну и один раз рядом сидел мужик такой подбухнувший. Я говорю, да вы не переживайте. Я говорю, я каждый год это делаю, раз в год стригусь. Какой экономный. То есть даже в этом плане есть плюс. Соответственно, все не так кратенько, без всяких остросоциальных проблем. Давненько я вообще в своем бложике ничего не говорил, но будет еще, потому что я сделал несколько постов в соцсетях, и на основе их хочу кое-какие видосы записать, которые уже будут более злободневными. На этом все. Я напоминаю, что вы можете прийти на мои экскурсии с четверга по воскресенье. Они пока проходят, потом уже в сентябре я уеду. В основную часть сентября буду отсутствовать, а в октябре, конечно, будет график изменен, их будет гораздо меньше. Расписание есть на сайте, которое я укажу внизу. Ну и книжки есть. «Прекрасно во всех отношениях» – мой остросоциальный роман. Книга про первое время русско-японской войны и путеводитель по Невскому «Невский с перцем». И тут сейчас произойдет небольшой такой ченч, потому что это второй раз, когда мы снимаем этот проход. Я его с просони потер первый раз, но остался хвост, и очень интересно подвести к этому хвосту. Особенно вот про книги. О, прикиньте, что я вижу. Но они отличаются вот от этих. Божечки, возвращение Каина, завещай. Богатство и удачи. А, Бушков, кстати, это же вообще это культовый, можно сказать, писатель там 90-х и нулевых. И, ну, я не читал, но я знаю, что он очень популярный. «Мир братьев Стругацких», да, то есть это не Стругацкие, это типа мы присовокупились к Стругацким, да. Но вот это уже что-то такое, Таис Афинский, хрен. Таис, это вообще она. Да. Ну, видите, я просто, к сожалению, туповат, не все знаю в этой жизни. Да, но вы мне можете это объяснить, придя на мои мероприятия. Соответственно, на этом все сегодня, да, вот так вот чисто на чашечку чая вам рассказ. Пишите комментарии вот там, приезжайте в Стольный град, Петербург. Буду вам рад. И увидимся. С вами был гид Павел Перец. Пока.